Всем привет, доброго времени суток. Люблю путешествовать. Сейчас нахожусь в республике Кыргызстан на озере Иссык-Куль. И не удержался, чтобы не прийти и не замочить хотя бы ножки в этом прекрасном озере. Ощущение. Вода холодная, конечно, но это не важно. Природа всегда заряжает позитивом, хорошим настроением. Чего и вам желаю. Всем привет еще раз. Попробуй. Все? Да. Вот. Конечно. Давай.